Чё, рыбак, как рыбалка? Ну, попрал клещ. А? Монопод. Как там? Селфи-палка? Присесть, посидеть рядом с тобой. Ну, у тебя тут потише. У меня-то там вообще тянет сильно. В твою сторону. У них, слышь, музыка, как в аэропорту где-то, да? Да, как в вокзале. Но... Да. Оно видно вот так, смотри. Вот до этого, от этого камня и вот до того столба. Я говорю, ельчики есть. Мелкие только. Отличаются, чтобы потолще, да, уклеить. Три кормушки оборвал, блин. Здесь? Да. Надо там подальше, подальше покинуть, попробовать. Там хорошие места. Вон он плавает, прямо рядом с берегом. Там-то может и не будет зацепляться бы. А там постоянно рыбачат, я вот по берегу прошел там, посмотрел, там видно что, и недавно кто поплыл. Кто-то семечки там щелкал. Видимо, это ничего ездит. Но. Потом музыку, девушки поют, как звезды поют.
когда и ельца достают. Да я без музыки. Так, но... Надо было кошке взять. Кошка тоже есть хочет. Жарко, да? Ну. Ну ты в тенечке сидишь. Там полный котелок уже наловил. Ну, почти полный. Ну, там еще есть вообще. С этой стороны сесть. Камушки поудобнее.
32 на 2,5 часа. Ты ведь не съешь столько рыбы. А? HD. Да? 4К. Даже. Первая съемка. Сколь брал, ни разу так и ничего не снял. Надо было на часовой поснимать тогда. Там рыбка-то посолиднее. Кто-то звонит опять. Да блин. А, типа. Да не, охота мне отвечать, некогда. Думаю, это во сколько поем? А? Да я хоть час могу ехать. Я уж собрался. Часа два где-то. Рыба из котелка выпрыгивает. Можешь мне в садок отсыпать, у меня большой. Еще дно нормальное было. Зимой до того, что тут нормального котяка не было. Зимой? Вы здесь рыбачили? А я что-то не увидел с воротов, там же почти к самому лагерю можно подъехать. Напротив. Вот там вот это непонятное построение, которое дальше. Вот надо возле него сворачивать.
там дорога идет. Нет дороги, нет. Но?